Каждую четвертую субботу июля в России свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. Потребительский рынок специалисты называют одним из самых устойчивых. Каждый из нас регулярно ходит в магазин за продуктами, одеждой и другими товарами. Около 13% всех налогов, которые поступают в бюджет, обеспечивает именно торговля. Сегодня в этой сфере работает более 90 тысяч человек только на территории Чувашской республики. Это огромная армия работников, которые в круглосуточном режиме оказывают свои услуги, обеспечивают качественными товарами, качественными продуктами питания потребителей. Вот за это я вас хочу поздравить и выразить вам слова благодарности. В этом году ко дню работника торговли в республике провели фестиваль кулинарного искусства «Гостеприимная Чувашия». Повара, кондитеры, официанты соревновались в профессиональном мастерстве. Мастер-класс по приготовлению блинов для всех желающих провели воспитанники детских садов «Чебоксар».